Ну что, двухлетние лошади, и поехали. Да, двухлетние лошади принимают довольно кучу. Ух ты, как хорошо принимает шестой номер Амимбе, Амиде НБ. Тут же Амака Чичи, Александра Попова, Андрей Вилкин на широче рядышком. А это у нас подотстал фаворит. Фаворит Александра Несяева у нас отстал на, с приема. И на четвертом месте Ван Грасс Че. Видим, что подменилась, но Владимир Кондратюк ее поймал. Широру пока проще. Допускает сбой Амиде НБ. Шестой номер. Слушаем четверть. Может быть, там секрет сбоя. 30,3. Ну, это действительно, конечно, четверть. Тяжеловато с рекордом 2.11 бросаться в такие четверти. А впереди Ширер и Амакачи. Шиммер. Вот, второй сбой допускает фаворит. А впереди Ширер Че, Андрей Вилкин, тут же Амакачи Че. И на третьем месте Ван Грасс Че. Эти три головы. Рожденного Виталия Челоу между собой будет разыгрывать первое место. В борьбе с Акамиджи, Ширарчи и Амакачичи. Но очень хорошая позиция у Ван Грасс. 31,5. Немного на ездик взяли на себя, понимая, что по 30 в круговую ехать будет очень сложно. Минута 1,8 полкруга. Едут прилично. Впереди два соконюшника, Ширарчи и Амакачичи. Две лошади находятся в тренинге у Андрея Вилкина. И очень удачно в спине у них сидит Ван Грасс Че Владимира Кондратюка. Владимир Кондратюк пока в спине при входе в последнем повороте. Явно-явно. 31,3. И три хорошие, три четверти. Лошадь выходит на финишную прямую. Получится атаку Ван Грасса или нет? Атакует Ван Грасс Че Владимир Кондратюка. Но впереди пока Амакачи Че Александр Попова. Тут же Ширер Че. Ван Грасс Че на третьем месте. Борьба на финише. Ширер Че или Амакачи Че? Ширер Че или Амакачи Че на третьем месте. Ван Грасс Че. Ширер Че выигрывает. И впереди вся троица из мордовского хозяйства Виталия Челова.